В сущности, все мое сегодняшнее сообщение посвящено тому, чтобы сказать, это несложно любить свое тело, это просто непривычно. И это несложно верить в то, что вы можете совпасть своим внутренним ощущением со своим внешним выражением. Но для этого нужно совершить ряд шагов, которые уже прошли до вас многие люди. И тот факт, что сама материя нашего тела светоносна, и просто внимание, согревающее внимание к нашему организму позволяет нам связаться с этой светоносной материей, ощутить ее присутствие, ощутить себя заземленными, одновременно сияющими. Этот факт, он помогает совершать гораздо более трудные шаги в отношении принятия каких-то своих заморочек, качеств, которые пока мешают верить в себя, в лучшее в своей жизни. Именно для этого я сейчас запускаю, точнее сказать, мы запускаем, потому что команда моего сайта — это люди, прошедшие мои курсы, преобразившие свою жизнь, сейчас с удовольствием помогающие другим. Вот мы запускаем третий поток курса «Воплощение красоты», который теперь называется «Путь к себе», потому что предыдущие потоки дали нам бесценный опыт работы со своим телом в направлении как раз единения тела и души. Подробности о курсе вы сможете посмотреть на странице сайта. С моей стороны только небольшая информация о том, что первые три дня доступа к этому курсу есть существенные льготы в приобретении материала. И специальные условия для клубничек, конечно, как всегда. Но самое главное, что я рада вступить вновь в воды этой реки на новом уровне, потому что именно прошедшие два года, работа с женщинами эти два года, позволили мне по-другому посмотреть на этот процесс совпадения нашей души и нашего тела. Этот процесс гармонии в себе. И самым большим откровением для меня было это то, что не тело мы должны подтягивать к нашему духу, а наоборот, мы должны разместить свою душу, свое духовное представительство, свои ментальные конструкции, свои эмоциональные ощущения гармонизовать сначала, а потом разместить в этом прекрасном организме, который тут же сонастраивается как прекрасный музыкальный инструмент к нашей новой мелодии жизненной. И это происходит день за днем, шаг за шагом, и когда вы это делаете в группе вместе с сокурсницами, когда вы наблюдаете за собой, когда вы совершаете шаги, и, как всегда, на этом курсе могут быть прежние курсанты, то есть вы получите в дневниках опыт тех, кто уже проходил эти ступени и сейчас совершенно на другом этаже заботится о себе. Когда вы получаете эту поддержку, совершенно иначе происходит преображение себя и преображение своей жизни. Поэтому я искренне приглашаю тех, кто готов изменить свою именно женскую жизнь, потому что для нас, женщин, совпадение с нашим телом, с нашей природой женской очень важно. Без умаления нашей силы, нашего ума, нашей инициативности, я бы так сказала, потому что путь древних учений, когда функции в жизни были строго распределены для мужчины и женщины, как бы не хотелось воскресить, сейчас невозможно. Мы вступаем в фазу, когда каждый из нас содержит в себе психологические качества и мужчины, и женщины. Но, однако, для чего-то мы родились женщинами. Поэтому именно на этом курсе «Возвращение красоты. Путь к себе» мы учимся слышать голос своего тела, понимать его, ощущать перемены в нем. А самое главное, с удивлением узнаем, что забота о теле помогает нашей душе, что внимание на тело освобождает нас от навязчивых мыслей, что какие-то действия, связанные с обеспечением красивого быта для нашего тела, радикально меняют наше эмоциональное состояние, наше самоощущение, даже наши лидерские качества на работе.
Оказывается, все это очень взаимосвязано, и как и во всем в жизни сейчас, вот в эту новую эпоху, невозможно вычленить из этого удивительного блюда под названием «Жизнь на Земле» какие-то компоненты. Или невозможно вычленить какой-то один тон из картины, написанной маслом. Если мы возьмем эту краску, одну какую-то, то уже все остальные цвета, наложенные друг поверх друга, они уже утратят свои свойства. Поэтому самое большое искусство текущего момента, которое мы должны освоить, я бы не сказала должны, а имеем уникальную возможность освоить, это совместить, созвучать разными гранями в текущий момент времени, здесь и сейчас. Поэтому я буду рада видеть вас на курсе, тех, кто готов. А те, кто считает себе это ненужным, ничего, до новых встреч. Я думаю, что у нас есть о чем поговорить на других трансляциях и на страницах моего журнала «Витамины для души», которые можно подписать в интернете на сайте. Я всегда рада получить ваши отзывы или вопросы. И сейчас как нельзя более остро ощущаю, что все перемены, произошедшие в моей жизни, смогли воплотиться радикально так, полностью преобразить мою реальность, именно потому, что я менялась не одна, я менялась вместе с вами. Может быть, на шаг впереди, но с каждым шагом, следующий шаг мне было сделать проще именно потому, что я видела, как меняются люди, идущие рядом со мной и чуть подальше. И сейчас я благодарна очень и вам, тем, кто впервые меня слышит, и вам, тем, кто прошел мои курсы, и вам, кто является моей, даже я бы не сказала гвардией, а такой элитой в нашем. То есть я обращаюсь к женщинам, которые радикально изменили то, что им не нравилось в итоге, преобразили себя и сейчас стоят на пороге удивительных открытий на тему «Кто же я есть?».